Детский сад «Росинка» подвел итоги масштабного творческого проекта, который длился полгода. Конкурс «Новая волна» объединил 30 дошкольников, из которых в финал вышли 7 человек. Проект завершился галоконцертом лучших номеров «ДК Россия». А из нашего окна площадь красная видна, а из вашего окошка только улица немножко. Это первый выход детей на большую сцену, но ребята уверены в себе больше, чем прежде. Позади отборочный этап и полуфинал. Справиться с волнением также помогают родители и воспитатели. Они очень волнуются, но они готовились, они репетировали, у них горят глаза. Родители и бабушки, и дедушки их поддерживают в зале, поэтому пожелаем им успехов, вдохновения и дебюта сегодня на нашей сцене. Проект «Новая волна» в детском саду «Росинка» стартовал в ноябре прошлого года. Это первый опыт, но он получился успешным, говорят организаторы. Здесь не ставят целью вырастить из дошкольников популярных артистов. Задача – развивать у ребят художественно-эстетическое восприятие. Идея пришлась по душе работникам культуры, и родителям, и самим детям. Дети практически знают произведения вот этих великих классиков. Я считаю, что это большую роль играет. Все-таки воспитание детей. Проект, да, была поставлена задача, она решалась во всех видах деятельности. Если это конкурс, то да, действительно, дети соревновались, они волновались, они проявили себя во всех тоже номинациях, которые предполагал наш вот этот конкурс. И действительно, если есть победители, то это конкурс. И фестиваль – это, конечно же, праздник, яркий такой праздник таланта детского творчества. Итоги проекта еще предстоит подвести, но уже сегодня в детском саду отмечают, что это хорошая форма работы с детьми, которая приносит не только хлопоты, но и радостные минуты. В будущем такую проектную деятельность хотят продолжить.